Chess.com is here with Grandmaster Jan Nepomniachtchi. We were seeing you twice on the same day, but how was your energy level going into the match today? Obviously not at its highest point, because, yeah, I mean, in such games like yesterday, it's better if you grab something at least and go home with it, yeah. So instead of, like, playing until until midnight and scoring no points, but, yeah, I mean, it's a part of the job, and today... I hoped for some, just for some small pressure, but yeah, I guess the game was pretty much sensible, and yeah, I think White had some slight advantage, but probably rookie to c1, just maybe rook a to c1 would be more interesting. Yeah, but I guess it's more or less the same. Yeah, like I don't think that after this rook e4, rook c7, somehow I believe that Black Knight goes to d5 sooner or later, and it should be equal. You've been really trying to mix things up, but was there any decision today that you specifically withdrew from, made a more conservative decision because of your energy level? Any particular moment where you decided to play a little bit more safely? No, not really. I mean, okay, I think the energy level is quite decent. But in general, yeah, I think this rook b8 move is very nice. So, okay, White has some different tries, but neither promises a lot. And very quickly, who on your team was there for you most last night? I mean, a lot of people probably wanted to pep you, you know, give you pep talk, but who was mostly in your ear helping you out psychologically? No, but I don't think that anything serious has happened, so I don't think I kind of need some psychological help. Fair enough. Thanks for your time. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат. С вами Владимир Добров и Chess.com.ru. Говорим о седьмой партии. Матч на первенство мира, и сегодня Ян, Непомнящий, имел белый цвет после неудачно сложившейся накануне партии. И был главный вопрос, может ли он сегодня навязать большую борьбу. Так получилось, что, конечно, после поражения нам всем непросто играть, и особенно это касается каких-то очень важных соревнований, не говоря уже о таких мега испытаниях, как первенство мира. Так что не стало секретом, не стало сюрпризом то, что сегодня случилось в партии. Итак, разыграна была спокойная испанка, которая уже у нас повторялась не раз. И после А4, ладья Б8, АБ, Ян продолжил спокойное, неторопливое движение. H3, D6, D3. Ну и, в общем-то, очень быстро партия стала, как говорят профессионалы, выхолачиваться. После хода ладья e8 белые сыграли конь d5. Можно сказать, отметить, что в этой позиции встречался такой интересный ход, как слон d2, тонкий. Но, однако, черные наверняка все равно бы продолжали слон f8, переводя позиции к известным построениям. Ну, в общем, Магнус сегодня играл достаточно просто и спокойно, в общем-то, без каких-либо вопросов, без каких-либо претензий. После хода слон f8 у белых, в общем-то, был небольшой выбор. Был ход слон d2, c3, слон e3. В общем, Ян решил сыграть попроще, понадежнее. Взял на f6, ферзь f6, c3. Ну и после хода конь e7, важного хода, классического хода, мы неоднократно видели исполнение данного перевода коня. Черный создает угрозу размена белопольных слонов, так же, как и возможен захват центра посредством хода c5. И после хода слон e3, слон e6, уже в позиции объективно, конечно, полное равенство. Ян решил сыграть d4, но и это тоже не принесло каких-то дивидендов, потому что после хода ед, cd, отмечу, что взятие слоном на d4 не помогало, то есть ферзь g6, теперь уже у черных, возможно, дополнительные ресурсы бы создавались, такие как и c5, так и слон h3. Поэтому cd взял на b3, ферзь b3, конь g6. Черные атакуют центральную пешку и в то же время хотят провести c5, после чего партия, в общем-то, должна уже завершиться. Ну, в принципе, здесь уже и Сергей Корякин, и Александр Костенюк, которые вели эфир,
сказали, что партия должна сейчас уже в скором времени закончиться. И несмотря на такую некую, казалось бы, сухость, тем не менее надо понимать состояние игроков после тяжелейшей, зубодробительной совершенно встречи накануне. Напомню, 8 часов играли соперники, что, в общем-то, просто невероятный рекорд. И вот такую партию сыграть, безусловно, отнимает практически все силы. Ну и после хода ладья c1 последовали массовые размены. c5, e5, безусловно, и после ферзь f5 точного хода. Здесь надо отметить, что осталось черным лишь проявить некоторую аккуратность, что Магнус, в общем-то, и сделал. Взял на c5, взял на e5 и выяснил, что ничего здесь не придумать. На ход король h1 хитрый. У черных есть как минимум ход ферзь d3. Ну а во встрече последовал ход конь e5. И после массовых разменов получился вот такой вот эндшпиль, где соперники впоследствии еще доиграли до 40-го хода и согласились на ничью. Ну что же, важная, возможно, перезагрузка. Нужна была важная перезагрузка для Яна. Завтра у Магнуса белый цвет. Сможет ли он завтра поставить проблемы в очередной раз? Или, быть может, Яну все-таки завтра, наоборот, придется сладко. В последнее время он черными получает просто прекрасно. Так что мы посмотрим, пожелаем успеха претенденту, нашему шахматисту. Ну и болеем вместе, друзья, вместе с Chess.ru. Подписываемся на канал и до новых встреч. Пока.